приятно, как бы, получать такие награды. Игрок месяца — достойный приз. Раньше не получало заехать, получилось, возможно, такая на сборах здесь рядом. Сезон, конечно, такой печаток оставил. Стартанули не очень хорошо. Потом был отрезок, когда наоборот, там серия, по-моему, 6 побед была подряд. Потом пауза не вовремя, так сказать, наступила. Мы немножко сбились, и потом опять там череда поражений, ничьих, побед, так, ну, чередовались друг с другом, вот. Ну и в итоге, как бы, все равно считаю, что, как бы, на что работали, то и заслужили. И человек хороший, как бы, мотиватор, тренер, ну, заслуженный, как бы, всеми уважаемый, поэтому велика, конечно, заслуга всего, что происходит с Гродно Ковалевичем. Он, ну, не только на, там, тренировочный процесс, там, и в быту помогает. Надеюсь, что в этом году мы ему поможем, и он нам поможет, чтобы добиться хорошего результата. Надеюсь, так и верю в это, что этот сезон намного лучше сложится, чем прошлый. Футболисты, да, как Ковалевич уже сам отмечал, что 90%, 80% осталось прошлогоднего состава. Плюс там точечно усилились. Футболисты более-менее сыгранные, друг друга чувствуют и знают, кто что делает на поле. Поэтому я думаю, это большой плюс. Поступательно будем. Сначала Днепр, как бы, дай бог, пройдем, посмотрим, как будет. Как бы загадывать тоже не хочется. Ну, надеемся, что все будет хорошо. То есть кубок — это тоже трофей. И хотелось бы, конечно, помечтать, так можно сказать, выиграть. Наверное, все клубы затронул. Меня лично не затронул. Понятно, что большие клубы это затронуло 100%. Неман тоже в какой-то части затронуло там. Ну, если касаться конкретно меня, меня не затронуло. Сезон 100% будет интересный. Всегда не знаешь, чего ожидать от сезона. Там не только от других команд, но и от своей, как бы, тоже непонятно, что. Кто как стартанет. Понятно, что очки там по осени считают, вот, но... Те же команды, думаю, будут претендовать. Батэ хоть не тот, но Батэ будет все равно бороться, я уверен. Там Шахтер будет бороться, Торпедо Жодина. Ну, мы, я думаю, тоже составим конкуренцию. У нас хороший состав. Как бы все футболисты, как я уже сказал, там более-менее друг друга знают. Ну, квалифицированный тренерский штаб, команда у нас квалифицированные футболисты. Тоже думаю, что составим конкуренцию. Вот. Ну, а так посмотрим. Не знаю, время покажет.